Прием по личным вопросам провел член фракции «Единая Россия», депутат городской думы Александр Хама. Напомню, рекомендовал партийцам встречаться с горожанами как можно чаще председатель местного отделения партии Сергей Белкей. На прием к Александру Хаме на этот раз записались 4 человека, и все как один с жилищными проблемами. Андрей Дмитриев, например, столкнулся с курьезом, каких еще поискать. Андрей – участник программы «Молодая семья». Деньги, полученные по программе, он потратил на покупку жилья. Однако спустя какое-то время ему позвонили из банка и сообщили, что счет аннулирован. А аргументировали это тем, что у его ребенка уже есть доля собственности в Нижнем Новгороде, в котором, к слову, ни сам Андрей, ни тем более его несовершеннолетний сын никогда не были. Только позже выяснилось, что в 2500 километрах от Ноябрьска проживает полный тезка Дмитриева-младшего. И теперь молодой человек не может доказать в НГДИ, что тот нижегородский малыш ему вовсе не родственник. Депутат пообещал помочь разобраться в юридической стороне вопроса. На прием приходят, вот я могу для себя определить, либо люди, которые занимаются этим полупрофессионально, скажем так, либо люди, которые действительно отчаялись уже. Вот. Первая категория, она как раз всего добивается, а вторая категория от безвыходности приходит и не знает, что им делать. Вот таким гражданам как раз помогать надо больше.